Всем привет, ребят. Ну что, настало время. У нас очередного ежедневного конкурса. Задержался я с ним из-за того, что вчера был коллекционер. Было дофига топовых роллингов, которые вы увидите на этой неделе. Все остались довольны, мы надеюсь. Вот мой твинк уже теперь снова. Русский это уже твинк. По силе вы, в принципе, все сами видите, что... Мы идем в топ на новый титул. На русском сервере до этого очень далеко. И это будет очень не скоро, к сожалению. Сегодня у нас здесь, как и на других серверах, вчера-сегодня на Китайке, вчера-сегодня здесь на АЭСе, продают топовые наборы с драконами, где вы за, по сути, пак на русском нашем можете получить Экникрела, получить Некроса, Вольта и Арктику. То, чего на русском зажали, на русском дали только одного Некроса, и то за целый пак большой. Вот поэтому я там, в принципе, перестал активно играть. Поэтому я перешел на другие сервера, где намного интереснее, намного веселей. Так, поехали. Ну что, у нас сегодня еженеделька. Как обычно, мы ищем победителя еженедельного. Еще будет, думаю, один еженедельный в этом году. Немножко задержался, же говорю, из-за того, что то обновы, то еще что-то. Надо завязывать понемножку с базашкой. Очень много времени уделяю ей. Будем играться в другие игры. Я это вам каждый раз говорю и каждый раз вам записываю кучу видосов. Так, ну что, вот такой вот у меня уже аккаунт. Можете меня с этим поздравить. Практически 590. Нам до следующего титула надо всего лишь 10к набрать, думаю, еще пару дней и до Нового года, скорее всего, мы апнем следующий титул, второй уже. По сути, он ничего не даст, только преимущество на 5% на арене. То есть атаку и хп. И в принципе больше ничего. Ну и будет вместо единички двоечка светиться. Думаю, они скоро ведут новые титулы дальше, потому что можно набрать больше, чем 600к. Это я вам сразу говорю. Как видите, я за 2 дня набрал там с 560, 590, там 3 плюс 30 тысяч практически, там 2,5 или 3 дня прошло, и мы набрали. Можно еще дальше качать и качать. То есть, по сути, силу сейчас можно дуть и дуть, но интерес к игре так еще немножко остался. Так, окей, это у меня раста на волну. АИ, которая обгованная, ее я вам покажу отдельно, расскажу в видосике. Это просто жесть, вместо того, чтобы я ее прошел, я ловлю кучу багов. Вы это все видите, я пробовал разные вариации, я уже думал на одно, на второе, на третье, но все-таки я не знаю почему, но багов очень много. Почему так? Вот вы сами, в принципе, это все видите, время остановилось. В общем, увидите это все на видосе, не знаю, надеюсь, они это скоро починят, потому что хотелось бы эту волну тоже пройти. Так, окей. Что там у нас? Поехали на ютубчике, будем определять победителя. Условия все те же, еженедельный репост видосов. Кто не знает, как это делать, можете посмотреть видосик. Сейчас я вам открою. Вот и стартовая страничка у меня, вот на главной конкурса на канале. Открываем подарки с шара. Вот тут все подробно рассказано, что надо делать, как надо делать. Поэтому не задавайте вопросы. Также есть куча разных видосов по девятым талантам. Вот куча героев здесь уже прокачанных есть. Можете зайти посмотреть. Если не знаю почему. А, не, все нормально, добавляется. То есть тут куча героев. Еще будет очень много. Можете сюда зайти посмотреть. Так, ладненько, поехали. А я, у меня премьера уже началась даже. Думаю, ничего себе, думаю, я что, в онлайне. Так, так. У нас видосы начались с обзора обновы на русском сервере. Так, не 4 дня где-то, но здесь.
Вот обзор обновы. Вот Лазурик самый как раз прошли. Вот обнова нару. Раз, два, три, четыре, пять. Так, давайте так. Раз. Лазурикс это был атака фортов. Вечером была выложена, да. А, нет, все-таки с атаки фортов. Нет, нет, без. Все правильно, с обновы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Вот так свезло. От 1 до 31. Поехали. 1, 31. 19. Окей, поехали, ищем 19 видос. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Эмбер Ами. Угольная армия с ледяным фениксом. Отлично. Поехали. Сразу же давайте. Давайте коперну ссылочку. Такую же открою. Так. Потому что мы тут сейчас перейдем к комменты. Так, это нам не надо. Поехали проверять комменты. Если вас кидает в спам, нету вашего коммента, не спешите. Если он у вас оставлен, я его добавлю. Я всегда захожу в спам, смотрю, потом только начинаю через рандомайзер смотреть. Виталик Задорожный. Так, ну его очередь уже прошла, поэтому он может участвовать, как и все. Так, хорошо, отлично, все есть. Поехали видос этот. Копирую его ссылочку полную, потому что оно так по сокращенной не будет пускать. Так. Так. Дальше у нас идет вот этот рандомайзер. Окей. Олжас Арена в связи, репост тут. Окей, смотрим твой профиль на Ютубе. А, вот так свезло, вижу. Есть Эмбер Ами, есть. Смотрим подписку. Подписка есть. Поехали, смотрим ВК. Сейчас включу VPN-ку. Так, есть. Ну что, поздравляю с победой тебя. Ужас, что я там пишу? Так вот, победитель у нас есть. Поехали еще проверим его комменты. Это легко сделать. Делаем вот так вот, копируем ID-шку. Чтобы вас не бомбило. И ищем здесь. Ну вот один коммент есть. Сейчас еще так проверим. Тоже один. В принципе, он все условия выполнил. Вот так вот, ребят. Ничего сложного нет. Я об этом уже вам не раз говорил. Правильно смотрите, как участвовать. И кто хочет, тот участвует. Кто не хочет, не участвует. Никто никого не заставляет. Все равно более топовых акций, чем у меня, вы даже найдете от самих разработчиков. Поэтому
Все зависит только от вас. Хотите участвовать, хотите нет. Многие воют, это подстава, ну, не знаю. Много людей уже рады, счастливы. И я не собираюсь вам там кому-то что-то доказывать. Я это делаю чисто ради контента, для того, чтобы вы правильно развивали свои аккаунты, не смотрели там всяких, в кавычках, топовых ютуберов, которые не знают, как что делать. Все, пишите комменты, подписывайтесь, ждите следующих видосиков. Эта неделя уже будет где-то ближе к концу этого нового, точнее старого года, началу нового года, где-то в 30-х числах, думаю, это сделаем. Всем удачи, всем пока.